Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. В эфире передача «Субель Сёз» и я, ее ведущий, Турсунбек Амурзаков. Сегодня мой собеседник, депутат Мажлиса парламента, депутат многих созывов, отличник и почетный работник образования Республики Казахстан Айсина Майра Араповна. Я вас приветствую в нашей студии. Майра Араповна, вы, как знаете, Астана отмечает свое 20-летие. Вас многое связывает с нашим городом. Что для вас значит город Астана, столица нашей Родины? Ну, во-первых, спасибо большое, что пригласили на передачу. Абсолютно с вами согласна, что не только меня, но всех нас, наверное, многое связывает с новой столицей. Астана – это как бы свидетельство, на мой взгляд, героизма, мужества, если хотите, смелости нашего Елбасы, потому что, наверное, он один верил, что Астана состоится в свое время. Но что касается меня, моих сверстников, те, которые приехали в 99-м году в Астану, ну, во-первых, это для нас, наверное, вторая молодость, вторая наша такая романтичная часть нашей жизни, потому что приехали мы все сюда, честно сказать, временно, на тот момент такие были мысли, но мы ехали весело, жили в общежитиях, поэтому, конечно, это была романтика. Ну, а что касается каждого казахстанца, наверное, у каждого казахстанца в Астане есть свой кусочек сердца, потому что для кого-то она стала судьбой, особенно для молодых, кто здесь создал семью. Для многих это как бы место работы, для других это, наверное, еще мечта для подрастающего поколения, потому что каждый родитель видит своего ребенка где-то на самом почетном месте в Астане, кто-то отправил уже учиться своих. Поэтому я считаю, что с Астаной связывает не только меня, но и всех нас самые лучшие стороны нашей жизни. Майра Араповна, вот вы родились в Зелендинском районе Акмолинской области, работали в Карагандинской области, потом уже долгое время работали в Алматы. Вот когда объявили, что нужно переезжать в этот северный город, какие у вас были ощущения? Алмата же это прекрасное место, и вот с этого места вы переезжаете вот в северный город, где ветры, бураны. У вас такие вот впечатления какие были, вот, когда вот вы узнали вот о том, что надо переезжать? Ну, во-первых, да, конечно, для нас это было, ну, мало сказать, наверное, удивлением, что столица переносится. Но восприняли мы это как должное, потому что мы все команда президента, поэтому мы как бы люди дисциплинированные, собрались и поехали. Но вообще, я честно скажу, что я за целиноградцев тогдашних очень порадовалась, потому что сказать, что я очень хорошо знаю Целиноград, наверное, нет, хоть я и жила рядышком, как вы говорите, училась и до окончания школы жила в Зелендинском районе. Но не приходилось бывать в Целинограде. Почему мы порадовались? Мы порадовались в первую очередь за своих друзей. О Целинограде, о целиноградских людях мы всегда считали и считаем, что это очень деловитые, очень креативные, очень энергичные люди, потому что мы это по своей работе видели, как целиноградцы отзывались на всесоюзные мероприятия. Здесь всесоюзный слет трудовых отрядов старшеклассников проходил в свое время. Поэтому я должна сказать, что и даже дети были очень здесь трудолюбивые, потому что первые пионерские почты, первые операции пионерские «Зернышко» по бережному отношению к зерну, это все зарождалось, Гайдаровская почта, это все зарождалось здесь в Целинограде. Майра Араповна, вы очень позитивный человек, очень хорошо отозвались о целиноградцах, об акмолинцах. То есть мы действительно, говорится, вот здесь, когда было объявлено, что здесь будет столица, и мы сами не верили в это дело. Вот у вас какие были сомнения? Турсунбек Казенович, я думаю, что мы тоже были не исключение, потому что когда мы работали в Министерстве образования и науки, и нам сказали, что мы переезжаем в Астану,
Ну, конечно, внешне мы это не показывали, но, честно говоря, в душе мы все сомневались. Не сомневался, по-моему, на тот момент один только человек, наш президент. Вот все остальные где-то все равно ехали сюда на побывку. Мы тоже собирали свои чемоданы ровно на год. Мы были уверены, что через год мы вернемся все. Поэтому, конечно, сомнения были. Но, как видите, город состоялся, столица состоялась. Это действительно очень такой большой, успешный проект президента. И мы сегодня только рады, я и мои дети, моя семья, все очень рады тому, что они здесь живут. Но вообще из нашей семьи, как вы говорите, да, в Алма-Ате очень тепло, хорошо. И я там прожила тоже 12 лет, а человек к хорошему быстро привыкает. Хоть я и раньше и жила в этих же степях, но все равно у меня какой-то такой немножечко был небольшой страх, что ли, перед тем же снова холодом, зимой. Но самое интересное, что очень позитивно этот переезд воспринял мой супруг. Он, честно говоря, южанин, то есть родился в Южном Казахстане, жил в Алма-Ате, то есть он вообще этих холодов не видел. Но, во-первых, он очень позитивно к этому отнесся и очень легко вот это перенес все. А мы же немножечко волновались, тем более наши многие в 97-м году друзья уехали. И они, конечно, нас пугали по телефону, что здесь очень холодно. Вот будут вам подъемные давать. Вы смотрите, все купите обязательно эти тулупы, чуть ли не тулупы, да, чтобы от макушки до пят все было закрыто, все. Поэтому мы все дубленки покупали, упаковывались по полной, что называется, когда приехали сюда. Почему-то вот какой-то вот, ну, это, наверное, вот всеобщее какое-то вот мнение вот это сказалось. Хотя, в принципе, где бы мы ни жили, в Алма-Ате или в Караганде, или в Астане, все-таки в основном мы связаны с окружением. То есть, если друзья все здесь, то и везде тепло. Если твой дом здесь, то и здесь уютно, где бы ни было. Поэтому, в принципе, быстро привыкли. Мэр Рапана, вот вы депутат 4-го, 5-го, 6-го созыва, да, вы экономику нашей страны знаете, да, а что значит для нашей страны, говорится, вот, говорится, этот город, а вы знаете, как мы движемся достаточно очень высокими такими вот темпами, а каков такой мультипликативный эффект вот нашего города? Все-таки, говорится, вот миграционные процессы пошли, говорится, вот население стало передвигаться ближе к городам. Как вот считаете, вот какой эффект оказал для нашей страны строительство новой столицы? Потому что это вот такая столица, это первая столица на постсоветском пространстве. Ну, во-первых, я должна сказать, наверное, эффект Астана оказывала и оказывает очень большое и в прямом, и в переносном смысле. Но в прямом смысле, потому что, наверное, новые идеи, новые проекты все зарождаются здесь. Все хорошие мысли, все тоже стекается в Астану. И потом все хотят брать пример со стороны. Другие города тоже смотрят, что происходит нового, как она отражается на жизни астанинцев. Поэтому, конечно, каждый город большой тоже в какой-то степени хочет быть похожим. А вот в прямом смысле имеется в виду, вот мне не очень нравится, когда вот в прямом смысле все наши города пытаются копировать Астану. Просто каждый город, наверное, должен иметь свое лицо. И уже второго байтерека такого, который здесь в Астане, наверное, нигде его уже не построишь. Такую же пирамиду, как у нас здесь, его уже нигде не... Может быть, и построишь, но это будет уже совсем не то. Есть такие примеры. Вот мы в Усть-Каменогорск приехали, байтерек увидели. Мы приехали... Мини-байтерек, я даже сказать. Мини-пирамиду мы увидели в Джасказгане. Ну, все равно это не то. Поэтому я считаю, что у каждого города свой должен быть почерк, своя какая-то вот узнаваемая черта. Поэтому копировать вот в прямом смысле, наверное, нет. А в косвенном смысле все, что происходит хорошего в Астане, проецировать на другие наши регионы, наверное, это здорово. Единственное, конечно, вот все за урбанизацию. Но это, наверное, требование времени, веление времени. Но я, как человек, родившийся в ауле и выросший в ауле, мне очень этого не хочется. Мне кажется, что село сегодня тоже может жить
здесь намного интереснее, чем в городе. Во-первых, наверное, это и питание. Во-вторых, наверное, это и воспитание. Да? В большом городе все-таки вот эти вещи немножечко размываются. А вот в сельской местности вот наши традиции, наши лучшие традиции наших дедов и отцов, оно больше сохраняется. Поэтому, мне кажется, все-таки сел людям тоже уезжать нет необходимости. Можно выучиться, можно с тремя хорошими образованиями высшими жить и работать в сельской местности. И сегодня можно все удобства, которые всегда говорят, что вот в селе этого нет, а в городе вот такие удобства, конечно, вам там лучше жить. Все эти удобства сегодня можно сделать и в любом селе. Поэтому мы должны, наверное, все-таки не терять нашу сельскую местность. И вообще все, кто в городе живет, кто вообще в жизни чего-то достиг, он должен помнить о своей малой родине, помогать своему селу, своей школе, не отрываться от земли. Вот действительно, говорится, вот в городе сейчас очень много молодежи, да, и это вот проблема, связанная с молодежью. Вы в Министерстве образования работали, с молодежью всегда сталкиваетесь. И вот скажите, какие проблемы вот молодежи, которая вот находится в городах? Что вы, говорится, вот думаете о том, как нужно работать с молодежью для того, чтобы их, ну, правильно поставить на правильную дорогу, чтобы они, вы знаете, дело все в том, что выбрали правильную дорогу. Да, я, конечно, мне повезло в жизни, что я всю жизнь работаю с детьми, с молодежью, и сейчас стараюсь не отрываться от их проблем. Но самое главное, наверное, сегодня то, что мы всегда, если что-то видим, стараемся вот чего-то перенять у других. Нам все кажется, что где-то жизнь лучше, и живут они лучше, чем мы, им интереснее там, и забываем, что происходит у нас. Поэтому часть молодежи, конечно, все равно смотрят на Запад и перенимают то, что сегодня уже Запад от этого отходит, а мы все к этой развлекательности, наша молодежь стремится. Но я должна, вот, если нас кто-то из молодежи слушает, я бы хотела сказать, что в жизни все приходит само собой. И это не уйдет, и развлекательность не уйдет. Но самое главное, мы сегодня не должны забывать свои корни. Мы должны не просто вот все чтить те традиции, которые перешли от дедов и отцов, но мы должны это развивать и приумножать самые лучшие традиции. Потому что немножечко, конечно, напрягает сегодня, когда молодежь разучилась уважать старших. Ну, наверное, и старшие в этом виноваты, что перестали уважать, и молодежь тоже, это тоже есть сторона. Поэтому нам нужно здесь все-таки выбрать движение как бы встречное. И старшее поколение тоже должно сегодня усилить воспитательную работу. Может быть, мы иногда образование даем, но мы не всегда даем воспитание. Это касается и школы, это касается в первую очередь родителей, это касается всего общества. Сегодня, к сожалению, нет института ажешек, апашек, аташек. Я думаю, это должно быть, потому что вот мы были воспитаны буквально несколькими словами наших вот бабушек, дедушек. Бабушка нам всегда говорила, вот перед старшим не проходи. Как бы ты ни торопилась, никогда не переходи дорогу. Поэтому до сих пор это у меня вот застряло, и я вот, закон откладывается. Который, да, это как, да, закон жизни. Поэтому куда бы я ни бежала, если постарше кто-то идет, я обегу три раза, но никогда не перейду дорогу. А когда мы у бабушки спрашивали, а почему, она всегда одним словом отвечала, жамамбалада. И все, и мы больше не вникали, почему это будет плохо, чем это как бы обернется нам. Мы об этом не думали. Просто слово бабушки был закон, и мы его выполняли. Или ятпалада. Вот сегодня некоторые в Фейсбуке, я тоже с ребятами переписываюсь, очень многие про этот ятпалада говорят, да, но на самом деле это был тоже один из законов жизни, и он никогда не мешал, он всегда нам помогал жить, достигать каких-то успехов в жизни. Поэтому мне кажется, вот нашей молодежи
на эти вещи надо больше обращать внимание. И потом, мне кажется, все-таки еще один закон жизни, который мы, наше поколение, может быть, в жизни нам привили, это воспитали, это все-таки общественное, то есть дума об окружающих, о родителях, оно должно быть выше все-таки личного. И тогда личное само собой складывается. Если ты думаешь о других, заботишься о других, о старших, о младших, делаешь доброе дело, то и твои личные вопросы, они решаются как бы сами собой. Но это вот жизнь показывает. Я вот, знаете, говорится, и прочитал вашу биографию. Вот с вами вот 4 года работал, да? И вот, смотря вот на вашу биографию, и думаю, что вы очень успешный, счастливый человек. Ну, действительно, вы пример для многих женщин. Вот как надо вот стать такой женщиной, вот как вы? Для этого что надо делать? Вот, как говорится, 3 соза быть депутатом, быть вице-министром. Но самые первые это ваши, говорится, должности, вы пионер-вожатые были, говорится, вот. Ну, вот начинали вот с самого младшего такого уровня, и вот сейчас вот вы, говорится, вот отличник образования. Да, вы я думаю, что, наверное, для этого как бы каких-то специальных, может быть, условий не нужно. Надо просто иметь замечательных, умных, мудрых родителей. Надо иметь замечательных учителей. Затем, наверное, мне всегда везет на коллективы, на хороших друзей по жизни. Поэтому вот позитивом, энергией я заряжаюсь от них. Ну и потом, наверное, для того, чтобы в жизни чего-то достигнуть, надо работать с утроенной силой. А это трудолюбие, ответственность, это мне передалось от моего отца. В нашем городе, когда был еще Акмала, еще мы не были Астаной, у нас был в Акимате специальный фонд. Знаете, вот это хорошая идея, что вы в Акимате когда работали, надо бы этот опыт вспомнить, потому что мы сегодня ведем большую работу по поддержке безработных женщин на селе, поскольку считаем, что потенциал женщин сегодня не до конца используется. Женщина, если может хорошо вести свое хозяйство, то она точно так же успешно может вести любое дело на любом уровне. Не зря президент говорит о том, что надо сегодня развивать семейный бизнес, надо поддерживать женщин. Поэтому вот плохо, что остальные наши мужи, которые сегодня находятся в государственных органах, не всегда это понимают. Поэтому кредитование женщин, мне кажется, сегодня надо просто к этой работе усилить внимание. Да. Потому что если у каждой женщины будет дело, то для страны это успех. Я вот с вами вот достаточно долгое время проработал, можно сказать, мы с вами сокурсники, 4 года проработали. И я вот всегда, вот, когда мы бывали в разных местах, вы всегда можете и спеть, вы можете рассказать, вы всегда можете вот, быть таким креативным человеком. И, какие вот слова, например, этих вот поэтов или, как говорится, вот, других вот писателей вы могли бы вспомнить про Астану? Ну, во-первых, про Астану очень много написано и песен, все. Но, честно говоря, у меня к современным песням особо вот даже память не приспособлена, по-моему, потому что как бы не все запоминается. Хотя вот все песни молодости наших родителей, я их всех знаю как бы наизусть, пою с родителями, мне даже иногда говорят. Вот все песни, даже на казахском языке, иногда вроде первое время я не так хорошо владела своим родным языком, не говорили. Вот вроде бы как не свободно говоришь, а песни все знаешь на казахском языке. Но это все было, так сказать, родителями в меня, так сказать, влито, что называется. Ну а если говорить об Астане, то я не знаю, как сейчас этот конкурс продолжается или нет, но я знаю, что был такой хороший республиканский конкурс «Астана Анжирегум». И в ней участвовали очень много наших молодых людей. И где-то в 2016 году, я помню, мы были на вручении, и где-то около 25 песен было в 2016 году только написано об Астане. Но одна песня, которая всегда из всех окон и на всех тоях, наверное, звучит, это
«Здравствуй, столица, ты вольная птица, это Астана», да? Или «Астана, Арман Кала». То есть очень много таких песен, которые, ну, молодежь с удовольствием поет, мы с удовольствием слушаем. Мэр Арапова, большое вам спасибо за то, что вы нашли время, да, рассказали такое, видите, вот интересные свои воспоминания про Астану, свои представления о будущем нашего города. Вы успешный человек. Когда находишься с успешным человеком, всегда сам становишься таким, говорится, вот заражаешься от этого человека. Большое вам спасибо за нашу встречу. Уважаемые телезрители, на этом мы завершаем нашу передачу «Аман, сау болыңыздар».